Чика выглядит следующим способом. Вот линейная задача. Мотоцикл, движущийся прямо, неуязвим. То есть, вот если он едет вот здесь, на двух колесах, то он неуязвим. При вот таком движении. Видите? То есть, чем выше скорость, тем хуже управляемость мотоцикла. То есть, он вот хочет ехать только прямо. И больше никуда. Но мир устроен иначе. Мир не устроен прямо. Он устроен по-разному. Соответственно, любая попытка отклонения от этого элемента, мы начинаем мешать ехать мотоциклу. Понимаете, да? А соответственно, начинает себя вести как? Ну, как вещь, которую мешают ехать. И вот что будет здесь, в этой точке? Ну, допустим, нужно повернуть вправо, дальше дороги нет. То есть нужен поворот. Дороги не бывают только прямые. Если мы это переложим на выполнение задачи, то по сути своей вы начинаете выполнять задачу, а у вас возникают две вещи. Препятствия на пути выполнения задачи и изменения, да? Изменения и препятствия. А изменения — это повороты и прочие интересные вещи ландшафта. И тоже можно не войти в поворот, еще что-то. И все это идентично, то есть, по сути, прототипологично. С решением линейной задачи. Мотоцикл и человек, который пытается справиться с линейной задачей. И тут выводов можно сделать, ставя на выборках эксперименты миллиарды. То есть это миллиарды научной информации, которой нет цены просто. Потому что это прямое доказательство того, что именно так и будет. А наука требует что? Выборок и прочих математических вычислений. Если это прототипологизировать, можно очень быстро понять, почему человек делает одно, а у него получается другое. Ну, тут вроде старается, хочет получить одно, а у него получается совершенно другое.